главное чувство. В человеке обязано быть чувство святости. Тогда человек является человеком. Человек должен призвать, найти, осознать и нести в себе постоянно чувство святости. Чувство святости возносит все человеческое Господу Богу. Чувство святости оберегает любовь, делает незыблемой верность, защищает чувства близких, укрепляет достоинство, развивает чуткость к ребенку. Чувство святости напоминает благодарность, согласует с законами совести, бережет высшую ценность жизни. Чувство святости сильнее человека. Даже когда человек позволял себе отвлечься, чувство святости само призывало, находило, осознавало и несло человека к Господу Богу, потому как понял, чье ты творение, человек. Ты творение.